Так, а вот и БГшечка. Посмотрим, кто у нас здесь есть со мной в команде. Конечно, ДПС тут у всех такое себе. Да. Ясно, понятно. Ну, стартуем. Сейчас нас, скорее всего, примут. Как обычно. За мной вроде только одна точка бежит. Вот никого нет. Изи захват алтаря. Так, посмотрим, подождем. А то вдруг понабегут. Зайдем в инвиз, поставим на горочке. Смотримся. Наверное, думаю, можно стартовать к центру сейчас будет. Окей, гоу в центр. Чикнуть. Как они сладко стоят, однако. Так, тут их двое. Что-то таргет второй не берется. А, вот. Ну ладно, пока. Это, конечно, слабоумие твага в толпу прыгнуть. Уходим, уходим. Эх, не ушлось. Так, погнали в центр. Кого бы почикать? Вот. Не. Ну, с танками сложно, конечно. Особенно, когда тебя параллельно долбят еще. Это сложно. Блин, один на один я бы его заковыряла бы, наверное. Это
Ну нахер. Это, кстати, видео тоже, к слову, что Син не, по крайней мере, я не убиваю с прокаста. Я Синка-ковырялка и копалка. Так, там толпа. Пойдем в инвизи. Проходите, проходите. Идите мимо все, ребят. Давайте. Ну, одного, если что, я зарежу. Давай тебя почекаем. Ну, не хочешь, как хочешь. Так. Забираем алтарь. Окей. Подождем, чтобы его у нас не отжали. А теперь пойдем в инвизи, подчикаем кого-нибудь. Я тебя сопровожу. Не, чувак, алтарь не отдам. Архонты вот тоже как-то не хотят быстро подыхать. Ковыряешь их, ковыряешь. Надо текать. Текаем. Опять желающие на мой алтарь. Вот черт. Ладно, зайку сейчас почекаю. Второй подошел. Вот так вот с прокаста мы не убиваем лука. О, Виктори. Ну, ладушки. Второе место подомогу. Разрыв, конечно, значительный. Но не будем забывать, что там, что я сингл таргет. И вообще син.